дорогие друзья, Владимир Самаровский, Топ-сад, окрошка, знаменитый продукт, который, наверное, свойственен всем славянским народам. Украина, Белоруссия, ну и так далее, Россия. Сейчас, конечно, жарко, и это лучший продукт, который можно сделать. Мы берем подготовленную окрошку, берем подготовленный вот набор, очень хорошо, кстати, меня научили в Венгрии это сделать, мелко-мелко нарезанные все ингредиенты, кладем себе в тарелочку, в ложку, набираем, безусловно, хорошей сметаны, вот она, конечно, сметанка, кладем ее сюда, и лучший квас, который сейчас на данном российском рынке есть, это русский, добавляем его, осторожно, он может взорваться, быстренько наливаем его. Вот налили, это балдеж. Господа, те, кто живет не в России, а в другой точке планеты, очень хочу вам посоветовать попробовать это. Приятная вещь, конечно, китайская кухня. Очень хорошо гамбургер в Соединенных Штатах. Прекрасный стейк это в Австралии или в Аргентине. Но окрошка для жаркой погоды со льдом, с холодком, это прекрасно. Поэтому советую вам попробовать окрошку, делать ее почаще. Добавлять самые различные ингредиенты, мясо, курица, колбаса, все подойдет, смешать. С хорошей компанией у вас всегда получится самое лучшее настроение. Господа, я рад за то, что вы смотрите наш фильм. Приходите к нам, приезжайте, мы всегда готовы помочь вам, рассказать вам самое интересное. Топ-сад, Владимир Самаровский. Удачи на даче. Пока, счастливо.